Давайте разделимся чуть-чуть. Нет. По всему. Почему? Прямо сейчас ты хочешь разделиться? Давай народ. Пойдем, соберем народ, порассказываем, скажем, что в течение 20 минут там будет жесть наша происходить. Пусть они подтягиваются все. Ты уже идет, попробуй. Нет? Все, ты идешь попробовать. Значит, есть предложение разделиться. Мы его поддерживаем сейчас. Да, давайте соберемся. Нам сначала все вместе надо спеть песню. Я предлагаю пойти туда, где много народу, там люди кушают. Это где? Где там? Фуд. Пойдем туда. Новое шоу «Игры реальности». Сейчас подходите на второй этаж. Вы можете давать нам задания, а мы будем их исполнять, будем делать красиво. Любые задания. Как тебя зовут? Я Вась, ты как? Меня зовут Макс. Макс. Красавелла у нас. Я безумный Макс. Макс, посмотри. Это я безумный Макс. Тебя как зовут, брат? Фенфен. Я Вась, это Лия Юрец, Макс, Катерина и Ксю. Сейчас все на второй этаж. Здравствуйте. У вас времечко есть? Нет. Спешите? Хорошо. Мы к вам заехали. А привет, бонжур, хеллоу, а ну скорей любите нас, вам крупно повезло. Здрасте. Это у нас уникальное шоу «Новые игры реальности». Вы можете нам дать задание, а мы будем выполнять любое, прямо здесь, прямо сейчас. Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести, портфель. Сделать для вас уроки. Какую песню? Любую. Какую? А, любую? Нет, о любви? Давайте. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым сердце тобой буду страдать. Представляю, чем расплачусь. О, спасибо. Игры реальности. Спасибо. Правда, игры у нас реальности. Шоу. Подписывайтесь там, ищите. Там, да, участвуйте, давайте нам задание, мы будем выполнять. Игры реальности. Здрасте. Короче, я попал в какой-то лютый ресторанчик. Вот, да. А у вас можно дать концерт? Я не знаю. Есть гитара? Есть гитара у вас? А ты где ваш администратор? Можно его пригласить? Всем приятного аппетита! Хорошего настроения! Будьте счастливы! И любите друг друга! Здравствуйте! Мы из игры реальности, это новое шоу, короче. Можете давать нам задания, мы будем выполнять любые, только дайте без пошлости. По-братски прошу. Здрасте. А у вас есть гитара? Здесь. Нет. Мы можем дать вам бесплатный концерт. А есть микрофон у вас? Да, без, реально бесплатно. Стих рассказать о любви. Вообще. Что-нибудь хочешь? Могу стих тебе рассказать? Да? Да? Маяковский! Рассказ стихотворения Маяковского. Извините, что прерываю ваш спокойный досуг. Вот, но это задание я не могу его не выполнять, иначе я свое наследство не получу. Я сразу смазал карту будня, плеснувший краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестянной рыбы нашел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб. Здесь нужно сделать все очень красиво, тихо. У нас на уже на 20 минут сцена. Да. Нам нужно сделать вот это надо представление, начинать. О чем ты говорил. Да. Конечно, надо начинать, а не просто раздеваемся, разговаривать. Всем приятного аппетита, добрый день, дорогие гости. Минуточку внимания. Мы сегодня, только сегодня, сейчас и здесь вы становитесь свидетелями рождения нового уникального реалити-шоу «Игры реальности», аналогов которого нет в мире. Мы уникальны тем, что только вы сможете сами стать участниками этого шоу. Фишка в... Да, давай. Брат. Быстро, Вась. Фишка в чем? Есть герои, вот мы, да? Вы можете дать нам любое задание, и мы его выполним. Там, например, сходить в магазин, проводить вас до дома. Или когда вам плохо, подержать за волосы, ну, например. Докурить сигарету вашу, в конце концов. Курить это плохо. Ладно, курить нет, это плохо. Нет, позвольте себе больше, чем игра.
выйдите за рамки своей реальности. Играйте нами, живыми людьми. Смотри, мы сделаем вот так сейчас. Саша станцует вместе с нами мини-танец и поздравит маму Татьяну. Готовы? Да, я готова. Итак, читаем белый стих. Мамочка, Татьяна, поздравляем тебя. А ну-ка подержите, сейчас вы меня. И здоровья, счастья, радости, мамочка, тебе. Чтобы ты была здорова и всегда была полна. Эхо, окотера, это Вась. Твои друзья, это все такое полное говно. Ух ты, вообще. Как ты можешь так говорить, если ты не знаешь, что тебе еще твердить? Йоу, чувак меня только что унизил. Че, второй раунд, Вась Васич? Говори громче. Так, давайте, говорите громче. Второй раунд. Мы бегаем здесь и все думаем, что за странные люди. Каких-то футболков белых с какими-то камерами. Вот не люди. А мы выполняем задание и боремся за наше наследство. И Максим почему-то ко мне относится плохо с детства. Он вроде бы мой старший брат, должен был быть со мной, но я все время был один. Вот это отстой. Одиночество реально грустно. А ты бы мог быть со мной. Но теперь все очень хорошо, и у меня в душе не пусто, потому что, брат, я с тобой. Мы к вам приехали на час. Привет, бонжур, хелло. Эй, а ну скорее любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Эй, 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 эй. Уши развесьте. Эй, 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 эй. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши.